Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон. Привет. Привет. Ты где? Дома. Ты же написала, что ты все сказал. Да. И? Я сказал, что люблю другую женщину. И что по окончании карантина я уйду к этой женщине. Ты сказал, что это я? Нет. Почему? Ну, это будет сейчас еще один удар для нее, я скажу после того, как все закончится. Она не выясняла, кто это? Она спросила, я ее знаю. А ты? Мне сказал, что нет, чтобы она не выяснила. Но она все равно попробует. Ну, это ее дело. Вы продолжите жить вместе? Мне сейчас некуда идти, мы продолжим жить вместе, но спать будем раздельно. Ну, ты можешь переехать к маме, к приятелю какому-нибудь. У приятелей семьи, к маме я не поеду, и ты знаешь почему. Ну, ладно. Как она среагировала в целом? Драматично. Рыдала? Да. Расскажи. Что рассказать? Ну, как вы объяснились? Давай не будем про это, я тебя умоляю. У меня полночи было объяснений. Но вы не помирились? Нет, мы расстались, мы объяснились. И спали дальше вместе? Да, но больше не будем. Ладно. Ты меня любишь? Очень. Я совсем не могу ссориться. И я. Как Вася? В смысле? Ну, болезнь. Нормально же, без температуры. Ясно. Ты поговоришь с ним? Сейчас нет. Почему? Потому что ты не сказал своей, что это я. А какая связь? Если бы она знала, мне по любой пришлось бы поговорить. А так ты же не хочешь, чтобы это вылезло до конца карантина? Не хочу. Но если я поговорю с моим, после этого они догадаются. Ну да, тоже верно. Ты должен понимать, что это только начало. Баба коварная. Она возвращаясь сейчас тебя будет, будет интриговать. Она не беременна, кстати? Мы не трахались. Поклянись. Клянусь. Мамой. Мамой клянусь. Она наврала? Да, она наврала. Когда у нее месячные? Я не помню. Не, не помню, честно. Ладно, мне надо идти. Я тебя люблю. И я. Пока. Пока. Привет, сынок. Привет, мама. Скажи, а что вчера было? Я просто волновалась, а ты заснула, и вошла твоя жена. И что? Ничего. А она тебе ничего не говорила? Нет. Странно, но я выключила сразу. Но она меня увидела. Увидела. Угу.
Ну и что? В смысле, ну и что? Ну, увидела, и что? Почему ты отключилась, мама? Ну как? Ты испугалась моей жены? Нет. Тогда что? Мне кажется, что она не очень хорошо относится ко мне. С чего ты взяла? Ну, мне так кажется. И мне кажется, что она ограничивает наше общение. Ну, то есть, твое со мной. Нет, это не так. И почему тогда? Почему что? Почему мы с тобой не общались все эти годы? Не знаю. Ну, давай честно. Ты же никогда мной не интересовалась. Ты даже сейчас, когда мы общаемся каждый день, не пытаешься узнать обо мне. Ну, я боюсь лезть к тебе. Почему? Не знаю. Ты такой взрослый. Какой-то отдельный, чужой. Мне кажется, что я уже не имею права. На что не имеешь права? Спросить меня, чем я живу, чего хочу, чего боюсь. Да. Почему? Я же твой сын. Да, ты мой сын. Но мы с тобой так давно не вместе, что, мне кажется, ты стал какой-то отдельный. Даже в чем-то незнакомый мне. Я твой сын. Да, но мы не вместе. Я понял уже. Но я твой сын. А ты моя мама. Да. Для меня сейчас это слова. Понимаешь? Но это не последние слова. Мама и сын. Даже если это сейчас просто слова, это же от нас зависит сделать их не просто словами. Да, от нас. Так давай, сделай их не просто словами. Давай. Давай. Ладно, прости. Прости, что все это наговорил. Нет, ты прав. Ты во всем прав. Я люблю тебя, мама. Я тебя. Что с тобой? Ничего, можно я тебе потом перезвоню, ладно? Хорошо. Я люблю тебя. И я тебя. Привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Как вы, как Вася? Хорошо. Температура? Температура нет, кашля тоже почти нет. Ну, слава богу. Как Коля? Хорошо, я вообще не помню, когда он болел. Как Наталья Петровна?
тоже вроде ничего. Колик не ездит? А, ну да, пару дней назад он ездил. Кстати, она к нам в скайпе присоединится, если вы не против. На день рождения? Да. А будет, в смысле, все по плану? Да, да, мы же договаривались. Ты почему спрашиваешь? Просто. Да. Нет, слушай, если вам напряг, мы можем и сами отпраздновать. Да не, я просто спросила. Да, я поняла, просто я подумала, если вы... Неохота праздновать, то без проблем. Наоборот, я рада. Как вообще у вас дела? Да, никак. Трахаемся, едим. Ребенка ловите? Угу, я прям разошелся. Че это? Ну, не знаю, но я не сопротивляюсь. Ты не боишься? Чего? Ну, что-то истерика такая от всего происходящего. Истерика в виде желания делать ребенка? Ну, типа, кругом смерть, депрессия, не понятно, что делать, чем жить. Помнишь, у Триера в «Антихристе» там пара теряет ребенка и начинает неистово трахаться, чтобы заглушить боль? Я обожаю меланхолию. Я тоже. Но вот мужики любят «Антихриста». Баба меланхолия, а мужики «Антихриста». А дети – дом, который построил Джек. В смысле? Шутка. Ну, посмотри «Антихриста», правда. Ну, посмотрю, посмотрю. Вот там прям про секс как способ забыться, знаешь, когда секс не вершина любви, а такой побег, что ли. Болезненный секс. Ну, слушай, ну, даже если так, лучше болезненный секс, чем развод и тапочки по почте. Сейчас у многих пар кризис. У вас прям кризис? Не, почему? Потому что мне показалось, ты... Сказал, как это про себя, про кризис. Не, ну у нас кризис, конечно, не сейчас, у нас постоянный. Поэтому сейчас как раз наоборот мы лучше вместе живем, потому что понимаем, что время пиздец, поэтому держимся. Живем с американской улыбкой. Вот так. Доброе утро, милые. Да, смешно. Да. У меня еще такое настроение депрессивное, поэтому если начать реагировать, совсем пиздец. Я вошла в медитативный баланс и представила, что он сейчас мой дедушка. В смысле? Ну, у меня дедушка, мне 14 был, он совсем в маразм впал. Плюс еще к старости характер гнусный стал. А родители меня периодически с ним заставляли посидеть. Я не понимаю, как я его не убила. Мне казалось, что он измывался надо мной, а он просто, сука, старый был. Он не меня ненавидел, он жизнь свою ненавидел. Вот, помереть не решался никак, все рассчитывал на что-то, видимо. Я вот, чтобы его выдержать, занималась аутотренингом. А Вася тяжело переносит вот это все? Не знаю. Мне кажется, я тяжело переношу Васю. Тем более, если мне с ним жить еще хоть сколько-то в таком режиме, то мне все, что меня бесит вообще, да, непродуктивно. А? Непродуктивно его винить. Да, я говорю, тебе всю жизнь с ним. На типун тебе на язык. Да, от сумы и от тюрьмы. Тоже верно. Слушай, а у вас раньше так было? Ну, раньше он не выходил на авансцену. Знаешь, стоит актер в глубине сцены, ты его не замечаешь, хотя он, сука, бездарен, как пробка. Потом вдруг вышел прямо на передний план, и это ад. Да. Не, ну я решила, что он мой дедушка, поэтому я себе говорю, это дедушка. Ну, он мудак, но он дедушка, ветеран всех войн, поэтому я должна его терпеть. Мне как-то легче. Ну, даже если он твой дедушка, тебе не 14. Подруг, ты невероятно точна в своих замечаниях. О, зовет, лекарство ему надо. Блядь, я сейчас помню, как будто меня дедушка вот так зовет, знаешь, орет на всю квартиру. Ужас. Зачем я это все вспомнила? Ладно, иди, не отрави его. Угу, попробую. Ну все, пока. 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 Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Послушай. Я хотела попросить. О чем? Я хочу с тобой общаться. Ну, давай, пожалуйста, не будем торопиться. Хорошо. Хорошо, извини. Ну, вообще не... Не за что извиняться. Просто не будем торопиться. Хорошо. Пожалуйста, не обижайся. Просто пойми, что мне нужно время. Да хорошо, хорошо. Чего делаешь? Ем. Да? А чего ты ешь? Покажи.
Еду. Ну, покажи. Вот. Ох. И все? Да. Ну, что, вот этим ты обедаешь, да? Да. Ты вообще чем там питаешься? Я нормально питаюсь. Открой холодильник, покажи, что там у тебя. Зачем? Ну, я посмотрю, что там у тебя. И что дальше? А дальше на вечер ты будешь готовить себе под моим руководством. Угу. Тебе делать нечего, да? Хорошо. Сейчас. Ну вот на. Смотри. А что там у тебя на полке? Крем. Ну там что-то, какой-то бежевый тюбик. Ну крем какой-то, крем. Какой крем? Вот. А откуда он? Ну это не мой крем. В смысле не твой? Это крем моей покойной жены. Он здесь очень-очень давно. Я сейчас его выброшу. А что ж ты раньше его не выбросил? Ну я забыл о нем. Не обращал внимания. Во, выбрасываю. Покажи квартиру. В смысле? Ну, в ванную. Зайди в ванную. Зачем? Зайди в ванную, а? Ты обыск делать собралась? В ванную. Зайди немедленно. Хорошо. Смотри. Так, стой, стой, все, все, стой, стой. Что? Ну, я тебе верю, я верю тебе. Точно? Точно, точно. Все равно, я тебе покажу. Нет, не надо, прошу, не надо. Все, я верю, я тебе верю. Мне не сложно. Нет, все, прости. Да все хорошо. Я все понимаю. Я всегда сама себе все порчу. Да мне приятно, что ты ревнуешь. Не сомневаюсь. Ты должна знать. Я твой, только твой. Был и буду. А жену мы за скобки вынесем, да? Ну, ты тоже, наверное, была не одна. У меня никогда никого не было. Ты серьезно? Да. Вообще никого? Вообще никого. Почему? Почему не было? Да. Потому. Так, ладно, давай доедай свой необыкновенный обед, а я пока составлю список продуктов. Вот, ты потом закажешь доставку. И будем готовить ужин. Нормальный, хороший ужин. А не вот это вот. То, что ты там пытаешься съесть. Ты решила обо мне заботиться. Да? Не надо. Почему? Потому что я этого не хочу. Не хочешь? Я не люблю, когда мне готовят, стирают, убирают. Я сам все делаю. А, ну это тюремное. Как раз тюремное, это когда тебе готовят. А жене ты тоже не давал готовить тебе? Да, мне было все равно. То есть она готовила. Слушай, мне просто не хочется этим заморачиваться. Ну, хорошо, как хочешь. Можно я доем? А то стынет. Ты на меня не обиделся, нет? Да нет же, нет. Блин.
Я хочу доесть. Ну, правда. Я сейчас не готова. Я все понял. Понял. Все в порядке. Я согласен, что нам надо подождать. Согласен. Нам надо встретиться после всего этого и поговорить. А потом... потом решим. Да, да, я согласен. Прости. Господи, да успокойся уже. Все хорошо. Все, давай. Ну ладно, пока-пока. Пока, пока. Привет. Привет. Слушай, я хочу сказать тебе. Чего? Я, наверное, была не права. В чем? Ну, насиловать себя, требовать отчета. Наверное, это неправильно. Что случилось? Я говорила с Леной. О чем? Не о нас, не волнуйся. Она сказала, что очень хочешь ребенка. Да, хочу от тебя. Она сказала, что от нее, что вы занимаетесь любовью. Ну, она врет, это неправда. Дай мне договорить. Я уже не знаю, кому верить. Я хочу тебе сказать. Меня вся эта ситуация дико выматывает. Я вся на нерве, я готова сорваться. Я на вас срываюсь некрасиво, неадекватно. Маш, я тебя понимаю. Дай мне договорить. Я, в общем, решила, пусть идет как идет, и я не буду больше ничего от тебя требовать, и не хочу больше быть такой шантажисткой, и мы не будем сейчас созваниваться, мы все это ставим на паузу. Маша. Я правда решила так, и я сейчас не шантажирую. То есть ты можешь решить, что я шантажирую, но вот сейчас я не шантажирую, понимаешь? Я весь день думаю, реально решила так, и это твердое решение. Поэтому, пожалуйста, мне не звони и не пиши. Считаю, что вот выйдем из этого карантина, тогда ясно будет все. Будет понятно, как нам действовать и вообще, что между нами. Любовь или поебушки? Любовь. Может, да, может, Лена уже беременная будет, а может, я уже буду. Пусть это будет такая проверка. Поэтому я хочу тебе сказать, что я тебя очень люблю, что я не могу без тебя жить, но все это разрушает меня, наши отношения. Вот, я... Все, я сказала, и до встречи после всего этого. Маш, послушай теперь меня, пожалуйста. Привет. Привет. Что с тобой? Ничего. Ты плачешь? Нет, все хорошо. Чего случилось? Я рассталась с парнем своим. Как расстала? Вот так. Ты серьезно? Да. Вы поссорились? Нет, я... просто ему сказала, что между нами все кончено. Почему? Потому что ты прав был. Ну вот. Я теперь чувствую себя виноват. Нет, ты не виноват. Ты правильно все сказал. Просто это страшно. Мы 3 года вместе были. 3 года? Да. Ну, 3 года тебя мурыжит? Ну, он меня, я его. Какая разница? Суть в том, что ты прав. Слушай, я ничего не знаю про этого парня и про ваши отношения. Не нужно так меня слушать. Нет, я не про это. Я про наш последний разговор, про то, что мы не знаем друг друга. И что? Я вдруг поняла, что я не знаю его. Мы 3 года вместе, а я не знаю его. А он меня. И я не пускаю его к себе. Он не пускает меня к себе. Я не прошусь туда, понимаешь? Нет, не надо. Да.
тогда не надо быть вместе. Не нужно жить вместе, не нужно спать. Ну, может, вам стоит поговорить об этом? Я ненавижу выклянчивать внимание. Это самое убогое, что может быть. Выклянчивать внимание. Если ты начинаешь выклянчивать внимание у своего близкого человека, с ним надо расставаться. Ну, мама, ты у меня не по годам опытна. Ой, издевайся. Не переживай, мам. Еще встретишь кого-нибудь. Ага. Ты красавец. Ты остроумная. Умная. Только несчастная. Ну, нифига себе, несчастная. А я? Такой сын. Угу. Который живет, бог знает где. Но ужасно тебя любит. Ты мне обещал, что ты заберешь меня? Себе. Да. Не обмани меня, хорошо? Не обману. Я пойду, мне умыться надо, ладно? Да-да, конечно. Пока. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Как ты? Да что-то я устал. Ты себя хорошо чувствуешь? Нормально, просто... достал все. Тебя ужасно понимаю, милый. Ну что ж делать? Прям повеситься хочется. Ну перестань. Я читала, евреи уже вакцину разработали. Я не про карантин. Про что? Я про Лену и Машу. Малыш, ну это уж я тебе не советчик. Это ты сам решай. Маша, Лена или какая-нибудь Катя. Или я. Я очень запутался. Распутаешься. Закончится карантин, распутаешься. Что ж ты, когти, распускаешь над моею головой? Ты добычу себе чаешь, черный.